Всем привет, три пескаря, Карельский берег. Пообщаемся с одной из семейных пар, которая отдыхает у нас. Что скажут они о отдыхе, о рыбалке и в целом о клубе. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Расскажите, пожалуйста, как проходит ваш отдых, как проходит ваша рыбалка? Отдых проходит замечательно. Мы сюда приезжаем отдыхать не только душой и телом, и заодно и рыбку половить. Мы новички в этом деле, но уже есть успехи большие. Успехи есть? Да. Сегодня успехи у нас какие? Сегодня мы поймали 2 форелины, и 4 мы случайно отпустили. Абсолютно случайно, да? Абсолютно случайно. Ну, здесь нужен... Да. Здесь нужен некоторый опыт, здесь некоторые навыки, это все очень... Мы только начинаем. Это очень интересно и здорово. Но нравится? Очень нравится. Мы сюда всегда с большим удовольствием едем. В общем, и природа, и домики, и замечательное место. Просто супер. Это здорово. Мы работаем для того, чтобы вы отдыхали. Я желаю вам всего доброго. Спасибо вам. Ни хвоста, ни чешуи на воде. О чем нужно говорить? Не знаю. Рыбаки очень суеверный народ, но вы знаете, наверное, нужно верить в Бога, а не в суеверие. Это точно. Всего доброго вам. Спасибо огромное. Спасибо.